Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше, когда дворники маячат у ворот. Ты увидишь, как веселый барабанщик в руки палочки кленовые берет. Ты увидишь, как веселый барабанщик в руки палочки кленовые берет. Я знала, что я пойду работать в школу, старший пионер-вожатый. Это было очень яркое время интересных дел, веселых походов, отличных туристических слетов, лагерей пионерского актива. Это абсолютный прародитель наших теперешних выездов, потому что все это было вот тогда, и все это мы принесли с собой в эту жизнь, потому что это было лучшее из того, что мы делали. У меня с пионерией очень много связано, потому что пионерией занимался долгие годы и практически всю старшую школу, начиная с 7 класса по 10. Это уникальный совершенно случай, но и Сергей Владимирович Данилов, он был начальником пионерского штаба, Михаил Юрьевич Шелагин был знаменосцем районной пионерской организации. Татьяна Евгеньевна Родина. Была Ирина Петровна Панченко. Рядом она была в Совете «Друзей октября». Я вместе работала с Надеждой Александровной Шапира, тоже в Доме пионеров. В летние периоды мы все, как и все другие дети, были в пионерских лагерях. А там долгожданный пионерский костер. Чем отличался пионерский костер? Он был очень высокий. Его специальным образом складывали вертикально. Костер – это что-то такое, так сказать, было романтично. Это в кайф было, пионерский костер. И, конечно же, всегда ходили в галстуке. И на пионерский костер мы тоже шли в галстуках. Мне нравилась эта пионерская форма, галстук. Я всегда очень гордилась и никогда не стеснялась. Как повяжешь галстук, береги его. Он ведь с нашим знаменем цвета одного. Вот это мой настоящий, вот это, ему 40 лет. Ровно. Всегда был, конечно, отглажен, когда было надо. Сейчас просто достал из секретного места, где храню. Мне очень жалко, кстати, что ушла потрясающая пионерская форма. Мы ее обожали. Все эти знаки различия, пионерский парад. Я давным-давно высказывала эту мысль, я ее повторяю. Вот все то, что я умею делать, как учитель и как директор, это все то, чему научила меня пионерская организация. Неужели ты не слышишь, как веселый барабанщик вдоль по улице проносит барабан? Как мне жаль, что ты не слышишь, как веселый барабанщик вдоль по улице проносит барабан.